Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть Last of Us. Мы находимся в доме, в котором мы добрались из школы, в которой у нас были большие проблемы, но по сути все прошло как надо. Теперь у нас есть машины, мы можем выбраться из этого города, потому что Билл от нас явно не в восторге. Мы от него тоже, но парень по сути неплохой, просто поехавший капитально. Ну что, Элли? Ты справишься? Да легко. Хорошо, с толкача сейчас заведем. А ты молодец. Девчушка вообще... Имею в виду. Я не подведу. Да уж будем надеяться. Ладно. После того, что мы прошли в школе, я уже, честно говоря, не боюсь ничего. По-моему, я видел все, что можно увидеть в этой игре в плане монстров. Ну, не знаю. На самом деле, это, конечно, преувеличение. Игра великолепная. Сколько я в нее не играю... Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Элли, готовься. Давай, 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 только заведись. Жми! Отлично. Я столкнулся с проблемой, с которой столкнулись, по-моему, все. Молодец, девчонка. Кто так или иначе играли в эту игру на PSN, то есть сейвы не сохранялись. Пришлось перепройти определенную часть игры. Так, хорошо, давайте навалимся быстрее. Я так чувствую, мы своими громкими звуками сейчас привлечем большую часть внимания местных. Отлично просто. Да твою мать! Ну, отлично. Давай, Джоэл. Хорошо, серия началась. Если мы в начале серии что-то получаем, то, как правило, серия после этого... Ну, молодца. Давай, в темпе, погнали. Давай, надо валить отсюда, этот город просто негостеприимный. Это хуже, чем Рейвенхольм. Прямо за домом. Справа. Ой, молодца. Спокойно, спокойно, спокойно. Отходим, отходим, давай. Давай, братюня. Блин, это будет самый дерзкий побег из города, из всех возможных. Да сколько их там? Так, хорошо, хорошо. Прорвемся, я думаю, прорвемся. Давай, поднавалились. Элли, готовься. Все, с наката сейчас поедем. Все, Элли, заводи. Элли, не подведи, блин, здесь просто пипец какой-то. Билл, посмотри ты на меня. Слышишь, звук, Билл? Это значит, что зараженный тоже... Давай, топим. Жми, жми, жми. Я надеюсь, ты умеешь водить. Молодчина. Вырвались. Все, хорош! Стоп! Да остается, похоже. Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. О, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города.
Да. Человек человеку волк. Здесь это очень очевидно показывается. Джоэл явно очень сильно помог Биллу, даже несмотря на свою корыстность, он тем не менее безотказно помогал нам во всех наших проблемах. Неплохой парень по-своему. Элли, ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. На самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, у Билла. Все-таки сперла. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! А знаешь, мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Не, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Ищем объезд. Еще не знаю, что нас ждет в этом городе. Учитывая, что нас ждало в предыдущем. Самое главное, чтобы люди нормальные были. Зараженные этой полубеды еще. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Твою мать, ну вот то как раз про что я говорил. Офигеть. Люди. Люди самая страшная проблема. Я в порядке. Порядке. Так вылезай, иди скорей. Иди сюда. Отцепись, недоносок. Твою мать, ну давай, ну. Да они же нас убьют сейчас. Давай, 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 давай. Долбаная нечисть. Горло ему рассек. Офигеть. Я тебе покажу. Слизь я тебе меня. Покажу. Свалил к чертовой матери. Вот ублюдок. Вставай. Да что с ними такое? Отдышись. Мы уходим. Ладно. Берегись! Лежи! Ну это просто пипец. Так, минус. Лишь бы не обошли. Вижу его!
Тихо. Цепанули чутка. Сейчас, сволочуги. Блин. Я иду туда. Вон там посмотри. Ну, ребятки, вы приехали. Добрый день. До свидания. Темнота, как япономать. Ох, япономать, сколько вас там лезет. Надо валить. Тебе некуда идти. Не про канала. Чтоб меня! Ё-моё! Так, парочку пустили в расход. Да мать твою, не со всех сторон. Ну что? Хорошо, в минус. Да твою мать! Свободен. Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. О, да хорошо, валим, чёрт твою мать. Неплохо, да? Посмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Это хорошо, что она слушается, потому что сейчас нам не хватало только капризного ребенка. Так, ладно, давайте осмотримся и быстро валим отсюда, потому что сейчас придут другие. Чуть-чуть подлечились. По патрону вообще беда что-то. Сейчас пойдем, Элли. Банды? Что может быть страшнее банды? По сути, это самая большая проблема. Да все нормально. Ничего, неплохо отбились, по сути. Так, все, уходим. Так, и чё? Чё здесь? О, не знаю, что она там предлагает. Она предлагает идти сюда, но здесь у нас закрыто же. Или... Да, закрыто. Хорошо. Посмотрим. Мне кажется, нам нужно идти куда-то вот сюда. Потому что здесь наверняка будет какой-то путь обхода. Блин, Элли, сейчас явно не до этого. Да уж, обратно мы не пойдем. По сути, нас вот этот автобус спасает. Он, конечно, разнес нашу машину к чертовой матери, но при этом, по крайней мере, они не могут особо сюда пробраться. Все открывается. Блин, машина. Кровище-то натекло. Так, что, где? А, сюда, что ли? Ну, хорошо, я попробую. Давай! Ладно, лезь. Поищи что-нибудь, чем можно подпереть. О, тут столько всего интересного. Давай быстрее. Да. Ну, давай! Так, держу, держу, держу. Пускай. Смотри. Офигеть. Охотники. На их месте могли быть мы. Не трогай. Ну. Надо же. Сколько людей здесь погибло. Надо было разворачивать машину и валить. Мы выжили. С трудом.
Уходим отсюда. Че это? Дымовая бомба. Горячий сахар создает дымовую завесу, надежно укрывающую вас от вражеских глаз. При срабатывании происходит взрыв, оглушающий врагов. Дым ослепляет врагов, не давая им стрелять. Используйте это, когда силы не на вашей стороне. Понятно. Отвлекающий маневр. Так, пусто. Я здесь. Вполне неплохо. Так, и по итогу. Еще одна такая. Ну, эта штука, я не думаю, что нам сильно пригодится. Отвлекать. Так, хорошо, это что такое? 5.08. Уф, 4 штуки, куртка, разная одежда, шины. Понятно, это список того, что они получили. Ничего, все гоняются за этой психопаткой. Это все награбленное. Мародеры, мать их. Да. Нам стрелы. У нас, по-моему, одна стрела есть. Да, одна. Как ты узнал? Ты о чем? Насчет засады. Я был по обе стороны баррикад. Ой. Значит, ты убивал невинных людей? Ну, значит, да. Понимай, как хочешь. Да. Джоли явно не просто. Так, пригодится. Похоже, тут они жили, похоже. Спят. То есть спали. Вот жизнь, да? Как животные. Так, верстак и стрелы. Отлично. Это что? Карта засад. Это может быть полезно. Так, мы приехали... Карсхия. Ну, где-то вот здесь нас и поймали, по сути. То есть, где стрелка? Самое ее окончание. Басрэм. А, вот, смотри, машина едет и показывает басрэм. То есть, машина бортует. Отлично. И там еще засада. Здесь написано. Хорошо. Так, посмотрим, у нас есть инструменты второго уровня. Что они нам дают? Для длинноствола. Ну, я на самом деле согласен. По сути, можно прокачать дальше свой пистолет, потому что это будет далеко не лишним. Но я считаю... Не знаю, может это... Да это, по сути, не так важно. Я же через стелс только... Так, вот это, я думаю, будет неплохо. Она больше у нас не хватит. Другое дело. Так, теперь у нас, смотри, стрела... Ой, и лук. И дробовик. Отлично. Можно быстро переключать, не лазая в инвентарь. Фух, мне показалось, они не зараженные. Неважно, пошли отсюда. Офигеть просто. Знаете, что за город, интересно? Поначалу все дело происходило в Бостоне. По нему мы выберемся отсюда. Элли, не спеши. Подожди меня. Ну чего тебе? Я здесь. Давай я пойду первым. И не шуми. Ладно. Ладно, говорит. Полушепотом. Стерва маленькая. Постоянно подкалывает. Так, это что? Я могу свистеть.
Ну вот, приехали. Самое время. Так. Ну вот. Теперь будешь меня доставать. Автобус. В автобусе. Какой-то бедолага. Элли, я тебе комиксы нашел. Гелиосфера. Дикие звезды. Гелиосфера. Доктор Даниэл Стар мечтал о дальнем космосе. В 2186 году человечество покорило Солнечную систему. Но дальнейший путь ему преградила специальная теория относительности. В своей лаборатории на Ганимеде Даниэла вплотную подошла к открытию, которое позволит людям узнать, одни ли они во Вселенной. Я почитал. Люблю фантастику. Как вы могли понять? Так, подожди, это что? А, понятно. Так, что-то еще хорошее. Ладно. Пипец. Как это все страшно. Здесь какой-то транспарант висел, типа чекпоинт, карантин. И народ просто не мог дальше проехать. Тут они померли все. Стояли, надеялись выбраться. Что это? Не знаю. Элли, пригнись. Стрелять вообще умеешь? Прячемся! Да иди ты. Ты же все пули в молоко всадил. Сколько их там? Ну ладно, ладно. Промазал, бывает. Хочешь, потренирую тебя в тире? Да ну тебя. Твою Куда мать. Они должны быть здесь. Они на повороте шоссе. Не удивлюсь, если у них там еще туристы. Хорошее местечко. Везет же им. Погляди пока, чем так, меня беспокоит то, что справа. Ничего тут нет, идем дальше. Зараза! Вот черт! Попался говно! Скотина. Ладно, это против зараженных хорошо действует, но не против живых. Ну хватит уже! Ах, твою мать, скотина! У него пушка! Это так. Пипец. Элли, держись со мной. Блин. Так, хорошо. Один полетел на небеса, по-моему, от моей гранаты. Блин, это было не особо чисто. Ну, ладно. Вполне неплохо. Сколько на мне висит, это просто пипец уже какой-то. Я просто зол на этих ребят, поэтому я стараюсь особо не прятаться, я просто их убиваю. Так, хорошо. И нам, похоже, сюда куда-то, да? Да, блин, попали так попали. Блин, казалось бы, солнечный день. Насколько же тревожно, это просто... Капец какой-то. А мост ведь далеко. Дойдем. О,
странно выглядит. КПП без солдат. Сейчас в большинстве зон так. Это уже давно заброшено. Хватит кормить нас ложью. Дайте нам наши пайки. Отдавайте паёк. Или как-то так. Так, подожди. Эти гнилые отродья червивого дерьма выбили нас с горы Трой и даже ухитрились спереть один из минометов. У нас попросту не было шансов. Теперь эти гады держат под контролем всю реку. При отступлении мы потеряли половину отделения. Молю Бога, чтобы Джереми и Пэм остались живы. Они попали в окружение на том берегу. Да. В такие времена... Почему им не давали еду? Иногда еда заканчивалась, хотя чаще ее просто не выдавали. В Бостоне такого никогда не было. Ну а в других местах сплошь и рядом. Бостон. Вот вам еще одно подтверждение. Это к слову о том, что кто-то говорил: «О, Капитолий! Какой же это город, если это Капитолий?» Это не Вашингтон. Не только в Вашингтоне есть Капитолий. Так, хорошо. Продажные сволочи написано. Ну, все как надо. Здесь, по сути, очень трудно прорваться, если народ укрепился. Пробираться через вот эти вот все штуки, это офигеешь, кровью умоешься. Ты умрешь, прежде чем умрешь от голода. Да, я тоже. Главное, пока мы не уйдем отсюда, говори потише. Ясно? Ого, ты тоже? Я слышал про это. Там была одна девица, лющая как черт. А уж какая верткая. Мы там всех перестреляли за пару минут, а за этим шилом в заднице гонялись часов пять. Да, иногда приходится отрабатывать свои денежки. Точно. Мы уже почти закончили. И тут она начала стрелять. Эта дура могла уйти, но нет, в итоге. Двое ребят ее отвлекли, а я взял в прицел ее симпатичную головку и бам! И все. Черт, может, стоило прихватить ее с собой? Переманить к нам? Не вариант. Она бы нам всем глотки во сне перерезала. Да. Хреновое место у меня на самом деле. Что это? Что там? Нет, тут ничего. Все хорошо. Ох, япона мать, куда я забрался? Вот этого нам только не хватало. Странно, вроде никто не идет. Но может прийти в любой момент. Поэтому у нас серьезные проблемы. Еле спокойно. Не пались. Это же надо было так попасть, да? С обеих сторон кто-то есть. Ой, ебану мать. Тихо, 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 тихо. Что-то есть подозрение, что это все плохо кончится.
А может и хорошо. Прорвемся или не боись. Вид от третьего лица нам поможет. Противня. Иди своей дорогой. Так, а мы двинем куда-то туда. Давай, 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 лежать, скотина, лежать, лежать, лежать. Мать. Там еще один. Вот это плохо, сейчас тот меня может заметить. Снизу никто не придет, я надеюсь. Вроде не должен. Тихо. Спокойно, скотина. Давай, дохни, сволочь, дохни. Долбаные мародеры. Я не совсем понимаю, куда я иду, но, судя по всему, я иду верной дорогой. Так, там никого. Хорошо. Вполне себе неплохо. Ох, как темно тут. Районы КЗ Питтсбург, неконтролируемые армией. Быстрей. Сейчас, подожди. Все будет как надо. Пока ж неплохо идем. КЗ, карантинная зона, если кто не понял. Так, ты один там такой? Черт. Спокойно. Спокойно, или все будет как надо. Куда я иду вообще? Не совсем представляю. Так, ладно. Куда-то мы попали. Смотри, повесили. Что за твари? Самое главное, нычки все осмотреть сначала, чтобы, если что, знать, куда можно спрятаться было. Еще 3 солдата мертвые. Сколько вы еще потратите? Сдавайтесь. Сколько вы еще сил дадите, мол?
Это похоже обращение к правительственным войскам. Посмотрим, куда он ведет. Пойдем посмотрим. Блин, вот согласитесь, вот сейчас со мной игра просто такая, она натурально погружает в себя и забываешь про все вообще. Это настолько высокий уровень, что прям даже говорить об этом как-то глупо. Все и так все видят. Так, хорошо. Нормально прошли по стелсу. Лежи, лежи, лежи. Опять они. Хорош возиться. Ну, валим отсюда. Ничего. Вроде нас не видели. Фух, вот и наш мост. Мы приближаемся. Ну, вообще, знаешь... Не будем терять время. Пошли. На самом деле, если так подумать, мы не намного к нему приблизились. Небольшой крюк сделали. Ходили слухи, кстати говоря, я читал на многих сайтах, что в игре Last of Us Naughty Dog тизерит свою новую игру под названием Savage Starlight. Но это по-прежнему слухи, и я считаю, что на самом деле это глупости, и, мол... Типа вот это вот изображение их новой игры. По-моему, это просто арт, который впихнули в игру, чтобы, то есть, ну как, создать более цельный мир, правдоподобный. Не знаю. Нет, я не допрыгну. Подсади меня наверх, я положу доску. Так, сейчас все будет. Подожди! Узнаю, что там. Я надеюсь, это не будет каких-нибудь водоплавающих. Ох, твою мать. Так, хорошо. В кого они стреляли? Нам это по-хорошему ничего не предвещает, поэтому надо валить отсюда. Давай, 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 быстрее. Твой неспокойно, как я все жду, как выбегут они откуда-нибудь. Что там происходит? Залезай. Пойдем через отель. Давай. Ну ладно. Элли, молодчина вообще, да? Посмотрим, что тут. Да вроде ничего. Готово. Остается придумать, как залезть тебе. Да. Так, ну, сейчас что-нибудь придумаем. Я надеюсь, она может притащить что-нибудь. Руку там протяни, я не знаю. Не, на самом деле, вот я бы смог вот по этой штуке подняться вверх. Ну, ладно, может она скользкая там или еще чего.
Ого. Офигенно. Не, все-таки эта игра, это просто великолепно. Так, наверху еще есть места. Сходим туда. Окружение в игре просто великолепное вообще. Это лучшая игра на PlayStation 3, на мой взгляд. Потому что я уже наиграл. Я люблю Uncharted 3, я люблю Uncharted 2. Я люблю God of War, я люблю Heavy Rain, я люблю... Так, это что? Записка о тайнике. Сегодня ночью пойдем брать восточный КПП. Я подготовил тайник с припасами в Regal Apartments. Он отмечен красным крестом. Я все игры люблю на PlayStation 3, но, тем не менее, это просто настолько круто, что я прям не знаю. Так, ну пойдем посмотрим третий этаж. Нет, не пойдем. Красным это, я так понимаю, мы сейчас вон туда попадем как-то и оттуда уже осмотримся. Хорошо. Отсюда мы и спрыгнем, кстати говоря, похоже. Фу, ну и вонище. Да, дерево прогнило. А ты часто бывал в кафе? Ну да, нередко. И что ты заказывал? Просто кофе. Конечно, просто кофе. Так, что мы можем собрать? Мы можем собрать еще аптечку. Давайте ее соберем, почему бы нет. Три штуки, я так понял, тут максимум. Хорошо. Ну и, в принципе, пойдем. Блин, представьте, просто вот целый город и тишина вообще. Просто страшно. Рыба плавает. Думаешь, охотники ушли? Скоро узнаем. Ого, красиво. Тут все чисто, спускайся. Ого, круто. Жил когда-нибудь в таких местах? Ну, пока все не накрылось. Нет, для меня слишком дорого. Роскошное местечко. Круто. Ну что, давайте, наверное, на этом закончим эту серию. А в этом отеле будем осматриваться в следующей. Там, если вы помните, есть какой-то тайник. И, судя по всему, будет вообще интересно, потому что очень красиво. Здесь слишком высоко. Давай осмотримся. Надо что-то подтолкнуть, видимо. Игра просто великолепна. В этой серии мы выбрались из города. Попали в еще большие проблемы. И, честно говоря, мне это нравится, потому что в этой игре... хорошо все. Ладно бы там были перестрелки с зомби хороши и плохие перестрелки с людьми, но люди здесь по-своему хороши, потому что они очень умны, обходят постоянно, как-то применяют какую-то тактику. Очень круто это все смотрится со стороны. Зомби, они, то есть не зомби, а зараженные, они берут своим. Тут тоже они как-то с изюминкой. Есть вот эти вот щелкуны, есть бегуны, которые видят свет. То есть разнообразие, тактика, и приходится постоянно думать головой, при этом все очень сложно, то есть все как надо. Ну и кроме того, это все великолепно в плане сюжета, в плане персонажей и в плане геймплея и дизайна уровней. Так что игра просто, блин, меня удивляет, честно говоря. Не просто удивляет, она поражает. Надеюсь, вам тоже понравилось. Комментируйте, ставьте пальцы вверх. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока.